В Твери продолжается кампания по ремонту дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Качество ремонтных работ проверяют специалисты Департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города, депутаты и представители общественности. Ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на набережной реки Лазури начались в конце апреля и уже в июне были завершены. Здесь заменили асфальтобетонное покрытие, нанесли разметку, отремонтированные в прошлом году тротуары оборудовали комфортными сходами для маломобильных групп населения. Также дополнительно установлен светофорный объект на пешеходном переходе в районе пересечения с 15 лет октября. Также в створе 15 лет октября установлен павильон на площадке ожидания общественного транспорта. Покрытие на площадке ожидания общественного транспорта также заменено, отремонтировано. Качество работ находится под постоянным контролем. Промежуточную проверку на объекте проводят не только специалисты Департамента дорожного хозяйства администрации города, но и депутаты. Сегодня мы все посмотрели, проведенные качества работ. Мелкие недочеты, да, я думаю, они будут учтены, устранены. Вот это все сделано действительно на благо наших жителей. И я очень рада, что у нас город благоустраивается. Напомним, всего в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 49 улиц города общей протяженностью более 50 километров.